Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала RSProperty.ru. Сегодня я хочу вам рассказать про один из моих любимых проектов от премиального застройщика в районе Авсалар. Комплекс состоит из 6 жилых блоков на 198 квартир. С третьего этажа открывается уже панорамный вид на море. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована в 2 этапа. Первый этап уже завершится в этом году. Инфраструктура комплекса включает в себя открытый и закрытый плавательный бассейн с подогревом, сауна, хамам, парная, солевая и массажные комнаты. Для любителей активного образа жизни в комплексе присутствует полноценный фитнес-зал, баскетбольная площадка и теннисный корт, а также многое другое. Расстояние до моря составляет 1200 метров, но в комплексе присутствует шаттл, который будет доставлять гостей и жителей комплекса до моря и обратно. Цены на квартиры на данный момент составляют от 99 тысяч евро. У данного застройщика есть идентичный проект в районе Махмутлар, который пользуется большим спросом. Приобретая недвижимость на ранней стадии строительства, у вас есть возможность в выборе этажа, планировки и многого другого. Сейчас мы находимся в центре района Авсалар. Посмотрите, здесь есть все необходимое: вещи, аптеки, спортзал, ресторан и многое другое. Район идеально подходит как для собственного проживания, так и для сдачи апартаментов в аренду. Номер объекта на нашем сайте rsproperty.ru 131-42. Если вам понравилось данное предложение, оставляйте заявки на нашем сайте, либо в комментариях под этим видео. А с вами был я, эксперт по недвижимости в городе Алания, Виталий Пилипенко.